Белоглинском доме культуры состоялся третий этап открытого чемпионата юношеской лиги по игре «Что, где, когда». В интеллектуальном поединке сошлись 7 команд. Сборные 5, 9, 11, 12, 16 и 20 школ и студенты аграрно-технического техникума. В книге Михаила Успенского одна примета объясняется так. В старые времена они на дороге попадались не чаще золотых монет. Правильный ответ – подковы. Вот поэтому найти подкову и считается большой удачей. И железо было в цене, и лошади, и работа кузнеца. Три тура мозгового штурма. В каждом по 10 вопросов на логику, эрудицию, смекалку. На обдумывание ответа всего 1 минута. Человек помнит свое раннее детство примерно до 60 лет. 6-10 в смысле. А потом все ранние воспоминания выпадают из памяти. По одной из мистических версий, такие воспоминания хранятся в них. Назовите их 2 словами. Внимание, правильный ответ – молочные зубы. Интеллектуальный поединок получился динамичным и азартным. Еще бы на кону титул победителя – переходящий приз. Символ игры «Что, где, когда» – бронзовая сова. Чтобы дойти до финала, знатокам пришлось преодолеть 3 этапа. Первый этап проходил зимой, в феврале месяце. Второй этап был в лагере «Березка» хутора Туркинского летом. Третий этап сегодня. И по итогам этих 3 этапов в ноябре уже состоится финал. Лучшая школа будет удостоена переходящего титула, это бронзовой совы. В том году 32-я школа станицы Успенской овладела этим титулом сегодня. Точнее, в этом году посмотрим, кто сможет их перегнать. Подсчет баллов и подведение итогов текущей игры – волнующий момент. Члены жюри озвучивают результаты. 3-е место – команда «Легенда-11», сборная 11-й школы. 2-е место – «Аурум», 12-я школа. Победителем 3-го этапа стала 9-я школа – команда «Физмат». Мы очень рады, потому что мы на самом деле, наша школа любит эту игру. Она помогает нам саморазвиваться, помогает выделять, обнаруживать какие-то пробелы в наших знаниях. Мы с каждой игрой совершенствуемся, и когда получаем 1-е места, очень радуемся этому. В ноябре станет известно, какая школа самая интеллектуальная и эрудированная. Совсем скоро состоится финал открытого чемпионата юношеской лиги по игре «Что, где, когда».